командование понимает. Чтобы войти в доверие к врагам отчизны, вам даже пришлось пожертвовать своим телом. Ты представить себе не можешь, как этот балалайкин корчился в предсмертных судорогах после моего укуса. А куда вы его укусили? Вообрази, я воткнула ему зубы прямо в... Не будем вдаваться в подробности. Главное, что предателя настиг заслуженный конец. Мерзавец не оправдал доверия.